Театральным украшением не надлежит быть добротными, им надлежит быть воображаемыми и только кажущимися, как сама комедия. И все же мне бы очень хотелось, Санчо, чтобы ты оценил и полюбил комедию, а следовательно и тех, кто ее представляет, и тех, кто ее сочиняет, ибо все они – суть орудия, приносящие государству неоспоримую пользу. Они беспрестанно подставляют зеркало, в коем отражаются деяния человеческие, и никто не покажет лучше нам разницы между тем, каковы мы суть, и каковыми нам быть надлежит, как комедия и комедианты. Этими словами великого испанского писателя Мигеля де Сервантеса Сааведра я приветствую здесь вас в этом зале на спектакле «Дон Кихот» на музыку Людвига Минкуса в программе 34-го фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуреева. Добрый вечер! Удивительная история с этим балетом и с жанром комедии в хореографическом искусстве. Почти нет балетов комедии. «Тщетная предосторожность», «Капеллия», «Привал кавалерии». Ну и лидирует, безусловно, «Дон Кихот», который уже в начале XVIII века попадает на сцену. А в 1740 году в Париже, так и вообще «Триумф», это не был балет на музыку Минкуса, как вы понимаете, и ставила его отнюдь не Мариус Петипа, впервые обратившийся к этому сочинению в 1869 году в Москве. Премьера была на сцене Большого театра. Но потребность в комедии жила все эти годы, все эти столетия. И вот, наконец, хранитель, проповедник, создатель русского классического балета Мариус Петипа, родившийся в Марселе на юге Франции, оказавшись в Санкт-Петербурге и прослуживший какое-то время с 1847 года в качестве премьера балета, начинает ставить спектакли и заниматься хореографией. И, конечно, он не может пройти мимо романа Сервантеса «Дон Кихот», тем более, что уже определенное количество версий этого балета существует в Европе. Одну из них ставил его брат Люсьен Петипа. Москва. Особый мир. В нем нету церемониальности петербургского двора. Все проще, все ярче, все ближе. Свет рампы блещет и струится. Здесь характерный танец, жанровый танец, намного более в почете, чем чистая академическая классика. И Петипа вспоминает свою молодость, годы своей юности, когда он, будучи артистом балета, объездил все побережье Франции, побывал в Мадриде и впервые был потрясен испанскими танцами. Шика, морена, гитана, вот такими он их и приведет на московскую сцену. И привозит. Но что такое «Дон Кихот», роман Сервантеса и балет Людвига Минкуса и Мариуса Петипа? Это не одно и то же, поскольку многостраничный роман о рыцаре странствующего образа несет в себе мощный философский заряд, а в балете комедии хотелось сделать все проще, ближе, понятнее, демократичнее, доступнее зрительской аудитории. И вот из романа Сервантеса, из его второго тома, вынимаются 20-21 главы, которые повествуют о свадьбе дочери трактирщицы Китерии с цирюльником Василию. Хотели выдать замуж за богатого Камаччо, но любовь восторжествовала. Вот оно, вот про это и будет спектакль. Успех был поразительным. Через 3 года после московской премьеры Мариус Петипа переносит свою постановку на столичную сцену в Санкт-Петербург. И там через некоторое время делает вторую редакцию. «Дон Кихот» похож на балет-конструктор. В нем все подвижно. Сервантес говорил об испанских танцах. Тут скачет само веселье и плещет сама радость. Вот
эмоциональный тонус этого балета, музыку для которого Петипа приглашает написать профессора Московской консерватории по классу скрипки Людвига Минкуса. Минкус впервые начинает сотрудничество этого балета, потом будет Байдерка, потом сотрудничество продолжится, но дух Вены с ее кабачками, в одном из них у своего отца он начинал играть на скрипке, дух Галапада, венской оперетты, которая, конечно, была Минкусу чрезвычайно близка, проникает на сцену и служит прекрасной основой, темпоритмической основой для тех танцев, которые ставит Мариус Петипа в 900 году, ровно на рубеже веков, в Большом театре, выпускник императорского театрального училища в Петербурге Александр Горский, ученик Мариуса Петипа, предлагает свою версию Дон Кихота. «Он украл 70% моего балета», скажет потом Петипа. «Это то же самое, только повернуто в другую сторону». А Горский говорит: «У меня сцена не симметрична, у меня танцуют направо, у меня танцуют налево, у меня танцуют спереди, у меня танцуют у арьер-занавеса». Это и есть мощная, плещущая весельем и скачущая радостью Барселонская площадь, с которой стартует этот спектакль. И вот Дон Кихоту суждено, как балету-конструктору, впитать в себя очень много инноваций. И все ему приходится впору, и все ему ладится, и даже музыка других композиторов, и хореография других балетмейстеров. И если вы спросите, а что общего между балетом Минкуса «Дон Кихот» и песней Соловьева-Седова «Подмосковные вечера», то я вам скажу, что и музыку Василия Павловича в этом спектакле использовали, и музыку Эдуарда Направника, и музыку Антона Симона, и, конечно, в 40-е годы в сцене в цыганском таборе появляется знаменитый танец цыганки в постановке хореографа Касьяна Гализовского на музыку Валерия Желобинского. Владимир Яковлев, художественный руководитель балетной труппы театра имени Джалиля, предлагает здесь свою редакцию, и тоже как золотой нитью в нее вписывается не инородный элемент, а то, что свойственно всему духу этой хореографической постановки. В последнем акте вы увидите танец фламенко в исполнении Анны Федоровой, и такого не увидит больше ни один зритель, который придет в зал на Дон Кихот в других городах и других странах. Эксклюзив казанской постановки Дон Кихота. В 1960 году, зимой, в декабре, представитель французского агентства искусства и литературы Жанин Ренге приехала в Ленинград для того, чтобы начать готовить гастроли Академического театра оперы и балета имени Кирова в Париж в мае 1961 года. Как-то вечером, проходя мимо театра, она увидела афишу, которая ей ничего не говорила. Этого спектакля она не знала. Как вы догадываетесь, на афише было написано «Минкус Дон Кихот». Она попросилась в зал, ее отговаривали, говорили, что балет очень старый, что он идет давно, и ей там нечего смотреть. Но все-таки она убедила своих ленинградских партнеров в том, что должна быть в одном из кресел партера. Она увидела в партии Базилио Рудольфа Нуреева, о котором ничего не знала. Придя домой, в отель, она открыла списки тех артистов, которые назначены к поездке в Париж в мае 1961 года. Имени Рудольфа Нуреева там не было. Она добилась встречи с министром культуры Советского Союза Екатериной Фурцевой. Инцидент был улажен, Рудольф Нуреев поехал на гастроли в Париж. Дальше вы знаете о знаменитом прыжке в свободу, о фантастической полетной карьере Нуреева на Западе, о его общемировой прописке, о том вкладе, который он сделал в искусство балета. Сегодня замечательный состав, и главное, что танцуют артисты Большого театра России, потому что на этой сцене балет был рожден. Китри Евгения Образцова. Базиль Артемий Беляков. В партиях Теодора Эспада и уличной танцовщицы Виталий Бектимиров и Ангелина Влашинец. В сцене сна Дон Кихота партию повелительницы Дриад ведет солистка Большого театра Дарья Хохлова.
«Цыганский танец» на музыку Желобинского и в постановке Касьяна Глизовского во второй картине второго акта исполняет солистка Большого театра Екатерина Беседина. «Дон Кихот» Глеб Кораблев, «Санчо Панса» Илья Белов, «Гамаш Акжол» Мусаханов, соло фламенко в третьем акте. Анна Федорова. В спектакле принимают участие учащиеся Казанского хореографического училища, за главным пультом в оркестре главный дирижер Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Ринат Салаватов. Здесь скачет веселье и носится сама радость. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Браво!